Перекрещенные элементы. Сегодня мы рассмотрим вариант, когда перекрещиваются два столбика с двумя накидами и один столбик с двумя накидами. В начале ряда для подъема провязываем 4 воздушные петли. Раз, два, три, четыре. Делаем 2 накида на крючок и, пропустив одну петлю основания, во вторую вдеваем крючок и провязываем столбик с двумя накидами. Снова делаем 2 накида на крючок и провязываем следующую петлю второй столбик с двумя накидами. Делаем еще раз 2 накида на крючок и крючок вдеваем в самую первую петлю основания. Захватываем рабочую нитку и протаскиваем ее и вытягиваем. Вяжем столбик с двумя накидами. Вот первый такой несимметричный перекрещенный элемент у нас готов. Далее следующий вяжем точно так же. Делаем 2 накида на крючок и, пропустив одну петлю, в следующую вяжем столбик с двумя накидами. В следующий столбик также вяжем столбик с двумя накидами. Далее делаем 2 накида и крючок вводим в предыдущую свободную петлю основания. Захватываем рабочую нитку, вытягиваем ее и вяжем столбик с двумя накидами. И вот у нас готово 2 элемента. При этом 2 первых столбика будут находиться внутри третьего. Так выглядит с изнанки. Вяжем так до конца ряда. Вот такой красивый узор получается в этом случае.